Алишер, сегодня, я думаю, вся страна рыдала под ваше выступление. Расскажите, тяжело ли было исполнять такие композиции? Я не знаю, рыдала ли вся страна. Эта вся боль была внутри меня. И в конце проекта, уходя со сцены, я поблагодарил маэстро за то, что я прикоснулся к легенде, прикоснулся к мастеру. За то, что в моей жизни был такой человек. Достоинственно представил Александра Борисовича. Я спел не все песни, которые он хотел, которые мы планировали, чтобы я спел на этом проекте. Вот. Но что-то мы сделали.